Друзья, всем доброе утро. Мы прибыли в Мячково. Сейчас будем загружаться. Хотим взять сессию одну тренировочную. Покататься, затестить. Ну и потом поедем уже на МРВ. Разгружаться, собираться. Ночью по трассе валил снег. Но в Мячике вроде все нормально. Даже становится сухо. Небо вроде тоже чистое. Надеюсь, по-сухому удастся погонять. Какой красивый Lexus, просто. Просто кайф вообще машина. Ну-ка, кто это тут у нас волочится? А ты чё, автостопом? Пацаны, тут движ начинают. Московский движ. Сейчас птичка где-то приземлится, да? Привет, сучка, бля! Своим ходом до металлобазы! Как она интересно запускается у тебя! О, родной звук выпуск! Навьё. Вот сейчас даже что-то видно будет. Вот. С полей. В общем, тачка лупит адски. Драночек, ну такие, как бы с остатком процентов 60-70. Приходится выбирать. Либо один круг на четвертый. Просто везет адски. Либо два круга на третий. Все работает, все ништяк. Сейчас последние драночки допинываем и выезжаем заселяться. Ну, друзья, тесты прошли удачно, абсолютно 200%, что заехали мы не зря, кое-что подкрутили, подмутили, сейчас все радует, все едет, все работает.
на четвертый, и на третий. Короче, все хоть что и делает. Могу показать буста. Ну, короче, буст 2, 2 и 1. Ой, рулет, смотрите, какой перешитый свежачочек. Ну вот, в общем, вот это метанольная была система. Катались сегодня первый тренировочный день. Слушайте, ну аккумулятор показался вообще идеально. Там были всякие коляски, и просто на вентиляторах она стояла. И, в общем, все четенько. Все, друзья, мы заселились. Давайте пробежимся, покажу вам то, что я успел намутить буквально вот-вот перед выездом сюда. Смотрите, чик, здесь у нас свой мангальчик, шашлычок. Идем дальше. Здесь у нас место под машины. Даже на весь кейс, если машиной позаниматься надо будет. Здесь столик. Ну и, в общем-то, вот такая красота. Но еще больше вы удивитесь, когда я вам скажу стоимость, за сколько я это все снял. Почему? Потому что гостиницы предлагались по 15 тысяч рублей суточки. Здесь у нас посудомоечка есть, духовочка. Это шампиньоны сейчас. Так, первая комната. Один диван, второй диван. Телек есть, HDMI кабель есть, чтобы сейчас включить прошлогоднюю трансляцию, посмотреть, кто как ехал. Здесь уже у нас всякие штуковины заряжаются, там санек моется. Ну, это вот второй. Тоже телек, тоже все дела. В общем, по мне так более чем. И это все за 4000 рублей в сутки со своей территорией. Сауны, кстати, сауна тоже в ванной есть. Ну и, в общем, по мне, Аганес. Еще и здесь телек тоже есть с видеодомофоном. Пишите, говорите, Андрюха, где кулинарные рецепты? В общем, сейчас исправимся. Кушать очень хочется. Сейчас вместе с мясом замаринуем и замутим шампиньон. Санек здесь. Говорит, надо их надырявить. Вот надырявил. Соус соевый. Я простыл. Не обращайте внимания. Завтра будем сауной лечиться. Вот, давай вот эту штуку еще. Чеснок, травы, соль. Ну вот. Короче, вот это. Горчичное масло. Боже, горчичное жахнет. И сейчас вот этих травок еще туда. Чеснок, травы, соль жахнем сверху. И все, и будет писечка. Кеш за кеш. Это сейчас мы с Малыхой подсели вот на эти травы после того, как родители сделали с огурцами, помидорами салат и вот с этим соусом. И это вообще бомбический. Ой, соусом. Бомбическая, в общем, насыпочка. Такая, как сухарики. Я бы еще мазика добавил. Это, кстати, наш рацион. Это у нас будут макароны по-флотски завтра с этой пастой. Послезавтра вот с этой пастой, с терияки. Ну и икра кабачковая, огурчики, помидорчики. А, и, кстати, карбоновый черный хлеб. Леха, головня говорит, сало везу, а вот черного хлеба, говорит, черный хлеб с вас. Ну, в общем, взяли. Карбоновый, реально. Смотрите. Чиабатта карбон. Так, а тут у нас Остапов на Лукойлах. И все равно его тянет поближе к желтым. Да? Хочешь вернуться в желтый свет? Заходи с бюджетом сюда. Ну, короче, вот фура здесь. Пацаны разгружают, вот выкатывают морчок Егоркин. Так, все, пошла у нас готовочка. Жирон, Вовчик, Ваня, Вовчик. Саня. Саня на шампурах сегодня у нас.
Сейчас будем наконец-то ужинать.